Анастасію Каменських і Потапа складно не впізнати. Нещодавно дует був у Вінниці із своїм першим концертом туру Україною «Золоті кити». Я так нервничала, чесно, я дуже переживала. В якийсь момент даже, ну, не хотілося, тому що це прям сложно. Я вам чесно скажу, це навіть не больно, а именно сложно. Просто фізично... Коли ти танцюєш все время. Да, і мало того, ти не можеш повноцінно стати на дві ноги, повноцінно стати як артистом, да, і двигатися ці руки, і танці, і все. І якби ти немножко... Тобто ти тратиш більше енергії, да, сили, ніж просто ти... здоровый человек, вот. Но я вам честно скажу, с первой песни, боже мой, спасибо Виннице за то, что с первой песни я понимаю, что я вообще не зря вообще в принципе делать усилия. Ни на секунду. То есть они настолько сильно нас ждали, так сильно хотели нас увидеть. Боже мой, именно благодаря им я теперь вообще с легкой душой пойду вот, поеду дальше на самокате в тур. У нас на районе не звонят, а звонят, свет на свободе, ваша шоты. Репер і красуня – так частенько називають цей дует. Розповіли, що допомагає їм триматись на перших позиціях у музичних рейтингах 10 років. Пісня, наприклад, «Папа», в кіно була про папу, і Потапа це дуже вдохновило, він якби написав цю пісню. Что касается у мамы песни, это совершенно потрясающе. Я присутствовала при этом в волшебстве. Это было волшебство. Когда сидел Потап, что мы пришли, значит, напеть какую-то песню, там аккорды что-то набирают, у нас там люди работают над этим. Вот. И тут сидит Потап с гитарой, что брынь-брынь-брынь-брынь-брынь, вот так брынь, и тут на-на-на-на-на-на-на-на-та-та-та-та. О-о-о. Так, у мамы дома на кухне, так хорошо, и все. И в этот момент ты понимаешь, что что-то произошло, как будто фея какая-то прилетела, значит, просто напела тебе эти строчки в ухо. Вот это потрясающе. У одній з телевізійних програм Настя зізналася, що мріє читати реп. На самом деле, это мечта. Я не умею этого делать, и даже когда Потап пишет, у нас там есть какие-то коллаборации, какая-то работа, Потап пишет мне рэп, и мне очень сложно это дается, очень, потому что ритмически это нужно быть гением. Ну, в общем-то, я пока пробую и что-то даже уже немножко сочиняю. Ну, конечно же, когда это наступит, этот день, вы все сможете это прослушать, потому что это выйдет в интернет, и, честно говоря, это будет мега-сюрприз. Она начала писать, она очень хорошо пишет, мне очень радостно, что она начала писать. Но она... И вот, я смотрю на нее, сидит что-то, она все время с блокнотиком записывает, что-то сочиняет. И я говорю, помочь тебе? Она говорит, нет, сама, так что ждите какой-то. Но минимум интернет-проект какой-то может быть. Может, да, но то, что Потап, на самом деле, он говорит, ты должна все время писать. Надо, как говорится, да, расписываться. Расписаться, да, расписаться нужно. Писать, 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 и тогда, конечно, что-то выйдет крутое. С детства люблю. Позитив, прежде всего, позитив несут. Ребята, это самое главное. Нам тоже понравился концерт. Мы с подружками приехали из Одесской области. И творчество Потапа и Насти всегда поднимает настрой. И от нее всегда радостно и весело на душі. Дякую, дуже дякую. Нам дуже сподобалось. Дуже гарно складають пісні, в них дуже вони класні. А яка твоя улюблена? Бум Діки Пай. Дуже любимо, все супер, концерт просто шикарний. Ми пели, всі знають. Після концерту фанати не заспокоїлись, чекали на Потапа до останнього, аби обійняти та поцілувати кумира.